Дорогие друзья, с вами Ром94 Ром, и сегодня я буду захватывать мир в игре WoW Final стратегии и тактика за Нидерландом. Что ж, начинаем. На старте игры мы прокачиваем пехоту и артиллерию, а также строим артиллерию и авиацию. Так, нападаем на Брюссель. А также подводим эти 8 дивизий в Амстердам. И 9 дивизий отводим в провинцию Арнем. Так, Германия у меня отхватила провинцию Арнем. Значит, нападаем на провинцию Льёж артиллерии. И захватываем ее. А также переводим авиацию в провинцию Льёж. И отводим эти 12 дивизий в Брюссель. Так, Германия отбила у нас Амстердам, но это ненадолго. Направляем 12 дивизий на Амстердам, а также сбрасываем 2 дивизии на Кёльн. И бомбим провинцию Реймс. Тем самым уничтожаем 2 дивизии Бельгии. На следующем ходу Бельгия капитулировала. Отступаем в провинцию Монс. И также отводим туда авиацию. Англией был захвачен Амстердам. Направляем 12 дивизий пехоты в Гент. И британцы оказываются в окружении. Британцы отбили провинцию Гент. Значит, направляем артиллерию в провинцию Льёж. И также отправляем туда авиацию. Потому что Германия увела войска от моих границ. И захватываем провинцию Компьень. Захватываем Париж. А также бомбим провинцию Монс. И все. Нападаем на провинцию Бурж. А также бомбим Брюссель. И уничтожаем одну немецкую дивизию. Нападаем на провинцию Кёльн, а также на Леман. И захватываем две эти провинции. А также строим 6 пехотных дивизий в провинцию Льёж. Захватываем провинцию Шоле и уничтожаем 4 самолета Франции. А также бомбим провинцию Дортмунд. В провинции Лиман произошло восстание. Значит, нападаем 12 дивизиями на эту провинцию. И уничтожаем одну дивизию Франции. Также бомбим провинцию Труа. И уничтожаем тоже одну дивизию Франции. Этими 7 дивизиями идем в провинцию Сабрюкен.
А в Леш отправляем 12 дивизий артиллерии. И строим 12 пехотных дивизий в Париже. Захватываем провинцию Труа. А также провинцию Анже. Захватываем провинцию Страсбург. Ну а на этом все. Всем удачи и пока.